Ну что, продолжаем нашу беседу о том, какое впечатление производит и столица Индонезии, Джакарта. Итак, вот мы просто вечером можем выйти вот так вот в город и просто полюбоваться красотой вот этих зданий, красотой этой подсветки, красотой этой урбанистической культуры, которая в данный момент может насладиться каждый, кто приедет в Джакарту. Я хотел просто вам сказать о том, что многие ролики снимают о том, что Джакарта очень грязный город и очень большой трафик. И, ну, так сказать, город контрастов, да, как говорили раньше. Я вам хочу сказать, что это совершенно другие впечатления вызывает этот город. Он очень чистый, развитый. Глаз есть куда положить, скажем так, это, если можно так выразиться. То есть здания очень красивые, все современные. Видно, что большие корпорации вкладывают сюда деньги. И также само государство Индонезия тоже не жалеет деньги на столицу. Поэтому рекомендуем вам обязательно посетить Джакарту. Вот мы находимся в одном из таких обычных мест. Да, не знаю, сюда просто можно прийти и посмотреть что-то, полюбоваться красотой и ощутить чистоту, то есть везде, вот я вам скажу, то есть мусор нигде не валяется, там, как в многих роликах пишут, там, что Джакарта настолько грязный город. Может быть, в каких-то районах, да, специфических они были, где есть такие грязные места, да, но не ходите по таким районам, и будет вам счастье. Вот, а я хотел вам рассказать, давайте во второй части нашей беседы, я хотел вам рассказать о том, как заказать и получить заграничный паспорт в Саруй или взамен заграничного паспорта, который у вас уже есть, в посольстве Российской Федерации. Что для этого нужно? Для этого нужно прежде всего прийти в посольство, допустим, Джакарта, да, и в этот же день вы можете прямо там, в посольстве, заполнить заявление. Заявление можно заполнить прямо в электронном виде. Вам прямо там подскажут работники консульства о том, как заполнить заявление в электронном виде. Это займет, ну, буквально у вас там минут 20-30. Вот, заплатите государственную пошлину $80 за услуги по выдаче этого паспорта заграничного второго или первого, ну, взамен, допустим, у вас уже существующего. Далее, после того, как вы заполните заявление, прям там вас сфотографируют, прямо в самом консульстве, вы распишетесь, ну, скажем так, образец своей подписи оставите в электронном виде. Далее нужно будет, ну, естественно, принести ваши паспорта, местный, ну, в смысле, local паспорт и зарубежный паспорт. И, собственно говоря, все. Через 45 дней они вам дадут, то есть они вам дают QR-код, по которому вы можете отслеживать статус вашего заявления. То есть в целом нужно проходить два раза в посольство. Первый раз, вот как я сказал, уже нужно получить заявление, сфотографироваться, расписаться, заплатить. И второй раз, как они обещают, уже прийти за паспортом. Я не знаю, на самом деле, насколько это обещание будет выполнено, то есть в течение 45 дней реально ли будет получить этот паспорт, но посмотрим. Главное то, что, по крайней мере, порядок такой, и вы должны заполнять заявление и уже далее ждать. Вам дадут QR-код, по которому вы будете ожидать ваш паспорт. Ну, а мы продолжим с вами видео в следующем месте. Всем пока!